Еще раз. 8. Все, констатирует. Каждая смерть, она отображается у кого-то седым волосом, у кого-то просто расшатанной нервной системой. Поэтому все равно тяжело. Это мы ж не железные, мы не роботы, и все равно нам. Мы знакомимся с ними, мы с ними общаемся, мы узнаем про их семьи, мы узнаем про какие у человека планы на завтрашний день, на послезавтрашний день. Ну вы тут карточку смотрели, да?